ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были выявлены и задержаны трое граждан из стран ближнего зарубежья, двое мужчин и одна женщина, которые совершали кражи путем проникновения незаконного в квартиры, причинением значительного ущерба потерпевшим. Задержали при каких обстоятельствах? Подозрение в квартирной краже. Ранее судим? Нет. Судим. Боком, ну, вторым. Имеется достоверная информация о том, что данными гражданами совершены аналогичные преступления на территории других субъектов Российской Федерации. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению 6 преступлений. Им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.